Какие составляющие успеха у торгового предприятия? Как и чем привлечь взыскательного покупателя? Как сделать таким образом, чтобы каждый клиент остался доволен? На все эти вопросы вам с легкостью ответят продавцы и сотрудники магазина «Золушка» и унитарного предприятия «Плодоовощсервис», к которому магазин относится. «Золушка» работает уже более 30 лет и за это время заслужил только положительные отзывы своих покупателей. Самообслуживание нравится, выкладка хорошая, продавцы приветливые. Всегда, что попросишь, подскажут, помогут выбраться. Ну, все ассортимент полностью, всегда все свежее. Ассортимент магазина действительно радует своим разнообразием. В любое время года вы найдете здесь в продаже огромное количество свежих овощей и фруктов, которые проходят строгую сертификацию и соответствуют всем санитарным нормам. А всего в магазине «Плодоовощсервиса» продается более 11 тысяч наименований товаров. И это еще далеко не все, чем магазин радует своих клиентов. В 2009 году в ассортимент были введены новые группы товаров – охлажденное мясо на разруб и куры-гриль. Я хочу обратить ваше внимание на то, что в нашем магазине куры-гриль продаются по самым низким ценам города Гродно. Куры-гриль по низким ценам – это одна из акций, которую проводит магазин. Так называемый товар дня. Их стоимость – 11 590 рублей за килограмм. Кроме своей низкой цены, этот товар может еще похвастать и высоким качеством. А всего за год магазин провел более 200 акций продаж товаров по сниженным ценам на макаронные, кондитерские изделия, рыбу, фрукты, соки и многие другие товары. Недавно для удобства покупателей и повышения качества обслуживания в магазине была проведена модернизация. Расширен ассортимент, открыты дополнительные отделы, приобретено новое торговое оборудование. Еще одним обязательным условием успешного торгового предприятия являются высокие стандарты обслуживания клиента. В нашем магазине работает молодой и прекрасный коллектив, который постоянно работает над своим профессиональным мастерством, повышает культуру обслуживания. Раз, два, три, 500, 600, 700, 800, 900, 80. Ваша сдача. Спасибо за покупку. Предприятие «Плодоовощсервис» постоянно работает над повышением профессионального уровня продавцов. Все сотрудники в магазине «Золушка» прошли современные курсы повышения квалификации, которые проводит Гродненский государственный университет имени Янки Купалы. Они знают, как правильно работать с покупателем в торговом зале, как грамотно обслужить его на кассе, проконсультировать по тому или иному вопросу. Потому что современный продавец должен быть не только продавцом, но и профессиональным консультантом, помощником покупателю. Самое основное, чтобы те основы, которыми они изучали с стандартом обслуживания, чтобы они все это ввели в жизнь. Потому что сегодня теория – это одно, а практическая жизнь, коммуникабельность продавца – это совсем другое. Поэтому я считаю, что нам должно быть не только эффективность продаж, но и умение коммуникативно мыслить продавцу, умение правильно подойти к покупателю, ненавязчиво предложить именно то, что покупатель хочет приобрести. Девиз магазина «Золушка» работает так, чтобы каждый покупатель остался доволен. И он успешно реализуется на практике уже многие годы. Уважаемые гродненцы, мы будем рады видеть вас в лице постоянных покупателей в нашем магазине, где вы сможете приобрести все необходимое. Мы ждем вас!